Здорово. Настюх, здорово. Что такое уже? Ты что, устала я? Целыми днями тут сижу. Может, я тоже отдыхать хочу? Вот как ты меня в Египет повезешь? Я хоть океан посмотрю. Ой, да что там в том Египте? А может, я тоже хочу пирамидки посмотреть, верблюдики покататься. Загореть хоть и так, чтобы прям аж красное было, чтобы облазило. Чтоб девки вообще не видели, кто на море отдыхал. Я ж тебе обещал, я тебя в Скадовск повезу. А в Египте, он инклюзив. Живи, что хочешь, пей, что хочешь. Как на шашлыках, только не скидываешься. Ой, так-то ты и так не скидывалась. Пусть у тебя Тамара в Египте была. Говорит, сидит вот так вот, а ей рыбки ноги жрут, прикинь. Нихера себе, акулы. Ой, Тилу, какие акулы, маленькие вот такие, это шпилинг. Ладно, поехали. Египет? Ну вот, чем тебе не Египет? Я тебя так пофоткаю, хрен кто различит. Приезжайте, девушки, на моря, на моря, на моря, на моря. Прилетайте, девушки, на моря, ради настоящего дикаря. Я к Андрею. А где Андрей? Ну, он в душе вообще-то. Почему? Я как раз под его завтрак приготовлю. А вы ему сестра, наверное? А вас сильно волнует, кто ему или что? Ну, конечно. Андрей мой будущий муж. Понятно. Андрей? Андрей, тут тебе. Настя! Какого хрена ты тут делаешь? Андрей, я тебе завтрак готовлю. Ну, пока готовится, садитесь, послушайте мою песню. Я тебе написала. Андрей! Ты на свете всех добрей, Андрей. Ты на свете всех милей, Андрей. Ты знаешь, я чувствую себя лишней на этом празднике жизни. Разбирай. Аля, Аля! Отставь. Завтрак готов. А может, пойдем вместе куда-то позавтракаем? Подожди меня за дверью. Привет, Андрей. Алло, здравствуйте. Хотел подать объявление о продаже квартиры. Андрей. Очень срочно. Аня, клуб! Ага, только оденься. Вообще-то я уже одета. В смысле? Ты что, блядь, вообще охренела? Ты себя в зеркало видел? Да на кого ты похожа? Пошла на себя, что ты наделала? Быстро! Все, я оделась. Так, и что ты одела? Кого ты одела? Ты нахрена сеть мою рыбацкую на ноги натянула? Ванна, так ты только сидела, тут мультики смотрела! Я не хочу потом идти на передачу беременна в 16. Позор на весь район. Ну вот, папа тебя одел. Вот так вот хорошо. Давай вот так вот еще сделаем. Да не пойду я так, не пойду. Да беременна, блин, не подряд. Что, она психовалась? Все, можешь идти в клуб. Но чтоб через 10 минут была дома. Какие 10 минут? Какие 10 минут? Ой, понимаю, не хочу. Так, что там мой сериал? Алло, братик. Ну что, поехали кальянчик курить? Ух ты, ёпта. Привет, Андрей. Опять ты? Андрей. Ты что, меня преследуешь? Да нет, я просто 4 часа возле твоего дома гуляю. Настя, я тебе говорил, что мы не можем быть вместе. Андрей, садись, я тебе стих написала. Андрей, всех на свете милей. Настя. Андрей, всех на свете добрей. Настя. Андрей. Я пойду, наверное. Ты куда? А я иду с братиками кальян курить. Обожаю кальян, обожаю курить обожаю, дым вот, обожаю, хочу тоже. А может, я с тобой пойду? Да нет, я со своими братишками иду. Ты такой молодец, у вас многодетная семья, вы семьей гуляете, класс. Все, короче, не задал бы, я пошел. Мне просто тоже в ту сторону. Короче, тупо сам 15 человек размотал зажигалкой. Ничего себе, четко. Костян. Настюха. Это что такое? Это что за шар? Что берега попутала? Ты что, на районе мужиков не осталось? Настюх, ты что? Молчать. Да что вы угомонитесь? Настюх, ты ж знаешь, я волк, я однолюб, мне больше никто не нужен, брат за брата. Чё? Ой, блин, это не то. Чё тебе не хватало? Я и добрая, и женственная, и ласковая, и ушатать, если надо, могу. Настюх. Это что, наша песня? Это еще не все, вот, смотри. Это что, мои любимые семечки? Да, я ВТБ сгонял, купил. Костян, ты такой романтик. Коля?
Настя? Коля. Коля! Настя, пожалуйста, никаких трендов! Да Коля я кушать приготовила! В смысле? Это тебе. Это что? Это мусса шпинатом из авокадо. А на десерт будет кино из чия. Чего, блядь? Коля, сейчас в тренде веганство. А адекватность будет когда-то в тренде? Коля, ну что ты не ешь? Да у меня, походу, голодание в тренде. Очень зря, это очень даже вкусно. Зато полезно. Ладно, Коля, но это, между прочим, для сердца, для печени. А для мозгов ничего не было? О, веганская еда наружу выходит. Я же говорил, что это фигня. Коля, я делаю вакуум живота. Все не с тобой, верно, так делают. У вас вакуум в голове. Вот ты сейчас увидишь, сколько я сбросила. Я просто на глазах худею. Сука, набрала. Я так понял, ты мне не оставишь. Алло, да, я по поводу бизнеса звоню. Настюк, здорово. Короче, решила дело свое мутить. Ну а что, у всех бизнес так, там и чулохи какие-то. О, четко. А что делать будем? А что у меня получается лучше всего? Мозги выносить. Что? Я не поняла. Ты что? Капец ты, Костян, ты тупо психология раба, серьезно. Всю жизнь будешь на кого-то дядю работать. А я, между прочим, новую тему придумала. Ноу-хау, понимаешь? Какую? Чехлы со стразинами продавать. Ты что думаешь, норм тема? Слушай, ну Илон Маск тоже, знаешь, с гаражей начинал. Ничего, нормально. А что это? Ой, ты деревня, человек айфон и делает, а он не знал. О, давай ты подруги втухаем. Эй, малая, у тебя что за телефон? Чего ты стоишь, побежали за ней? Малая, стой! Опачки, айфончик. У меня, конечно, чехол на Samsung, но в целом нормально смотрится. Вот, у тебя полтос. Значит, не надо. Спасибо, что воспользовались нашим магазином. Пахло весной. Светка, Светка. Ой, Настюха, ты где пропадала? Ты что, у меня просто отношения появились? Сама понимаешь, не хотела говорить. Счастье любит тишину. Рэпер, как ты и мечтала. Ты что, Светка, рэпера-то отстой. Он паркурщик. Что, на парковку пойдем? Ты что, дура? Вон он. Блин, скажи, он четкий. Ага, классно. И чего, все серьезно? Ну, конечно, мы уже 3 дня вместе, все по-серьезки. И че, как вы познакомились? Слышь, Светка, это было очень романтично. Он упал к нам на балкон. Блин, прям как в кино. Настюх, смотри! Поле, сейчас сальтуха будет. Жалко, конечно. Если по-серьезки было. Да ничего, гипс наложен. Я же говорила, надо рэпера искать. Короче, сейчас напишу, что мы расстаемся.